Ребята, всем привет! С нашего объекта сегодня я буду показывать, что успели здесь сделать. Мы были на даче, и здесь занималась укладкой плитки бабушка, поэтому сам процесс я не могу показать, но могу показать результат. Вуаля! Смотрите! Смотрите, как классно! Это наша стенка. Деревянная стенка. И уже даже бабушка начала класть вот эти вот большие плиты. Она сказала, что их тяжело класть, потому что они большие, и клей быстро схватывается. И если надо где-то что-то подкорректировать, то это двигать их вот очень тяжело, неудобно. Вот. Я так смотрю и думаю, что для этих щелей мы купим другого цвета затирку. Что затирка, которую мы делали на полу, там где-то под мусором, она какая-то рыжая. Ну вот она, да? Она рыжая. А я бы хотела потемнее. То есть я бы, наверное, взяла темно-коричневую, чтобы вот этот шов, он как бы был вот как сейчас, но только без дырочек. То есть более его сделать темным. Стена, на которую Дима в прошлый раз приклеил гипсокартон, бабушка ее зашпаклевала. Эта стена стала настолько красивой, что я могу уже на фоне нее сниматься и объяснять вам, что тут у нас происходит. Так, здесь еще будет висеть змеевик. И мы, опять же, на Ютубе в прекрасных советах слышали, что все рекомендуют электрический полотенцесушитель. Мы отказались от этой идеи, потому что у нас тут надо тогда как-то провести это электричество. Сейчас оно только в виде лампы, вот здесь сбоку. Нигде нет никаких розеток. Возможно, Дима сделает еще нам розетку. Будем надеяться на это. Но установить электрический, мне кажется, было бы нам сложнее. То есть его надо было бы провести, это электричество. И эта стенка, которая будет под воздействием воды находиться, то есть это... довольно опасная для нас ситуация, если Дима проведет электричество на стенку, где будет вода. Тем более, учитывая, что мы находимся в коробке из шифера, это тоже не очень сделать удобно. Вот. Поэтому мы остались с нашим вариантом, змеевиком от центральной горячей воды. Сейчас его снял сантехник, чтобы мы могли положить плитки. И мы купим, конечно же, новый, потому что старый там, он уже засорился. Наверное, кто-то заметил, что Дима положил этот гипсокартон вот этой темной стороной наружу. Вот это, оказывается, светлая сторона, лицевая, а это темная. Я не в курсе была, где у него, какая у картона сторона. Это мы немножко потом выяснили в интернете, что вот это как бы, вот этой темной стороной надо приклеивать, а светлая должна торчать. Но когда Дима что-то делает, он руководствуется какой-то своей неизвестной никому логикой. И в лучшем случае он скажет: не нравится, делайте сами. В худшем мы пойдем по далеким адресам. Но удалось таки у него мне выпытать, что он положил этой стороной, потому что она, он сказал, ровнее. Я не знаю, не я клала, он клал, наверное, ему было виднее, ровнее там или не ровнее. Ну, это к тому, что если вдруг возникнут у кого-то комментарии или вопросы, почему мы положили шиворот на выворот. Если кто-то знает, чем отличается одна сторона, другая, мы с удовольствием послушаем профессиональные комментарии.
Ну, а сейчас эта стена вот так после бабушкиной обработки. Дима бы не стал ее вообще никак обрабатывать, он бы просто стал клеить плитки на этот же гипсокартон. Поэтому у нас Дима от некоторых работ отстранен, дабы они проходили безопаснее и тщательнее. Он у нас грубая сила. Он у нас будет скоро пилить вот эти большие плиты, делать всякие тяжелые работы. Сегодня наш кот впервые будет изучать эту квартиру. Открывать? Открывай. Сюрприз, рыжий. Кот на ремонте. Эй, кошак, выходи. Пора ему познакомиться. Что это? Ну сразу. Иди. Не пугайте, он уходит. Я здесь жить не буду, до свидос. Что это за помойка? Что это за помойка? Вы за ним уходите, я его не могу снять. Анюта, отойди. Пусть он изучит. Ну смотри, он вообще так это бодренько. Не прижимается по углам. Рыжий, смотри, твой новый дом. Ясно. Мы вообще этого кота нашли у нас в подъезде. Никто не признался, чей это кот, и мы его оставили. Рыжий, у тебя будет балкон. Твоя личная комната. Почему так все раздолбано? Что это за бардак? Проверяй, да, проверяй. Будешь тут загорать. Как раз загорать. Можно будет осенью. Летом очень жарко тут загорать. Ну, не бойся. Работа бабушки тоже должна быть отснята. Бабушка уже удалилась с детьми, а мы тут доделывали. Смотри, жалко, конечно, что вот это вот не посередине плитки, а вот так вот. Это ужас. Но это будет все закрыто накладкой, конечно же.